Доброе утро! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. В сегодняшнем выпуске вы узнаете. Вручение паспортов. Основной документ гражданина России 14-летние подростки получили из рук главы округа Андрея Иванова. Акция по безопасности. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели праздничное мероприятие по привлечению внимания к правилам дорожного движения. Встреча с паралимпийцами. Спортсмены навестили участников СВО, проходящих реабилитацию в одном из санаториев округа. Проверка знаний об экзаменах для выпускников и летнем досуге школьников расскажет наш корреспондент. 20 лет Центру народной культуры. В Одинцовском центре эстетического воспитания прошло праздничное мероприятие в честь круглой даты. 14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро прошла конференция ООН по вопросам окружающей среды, которая длилась 12 дней. Она стала одной из крупнейших экологических акций за последние десятилетия. Участниками мероприятия стали представители более чем 170 стран мира. В центре внимания стояла проблема экологического кризиса. На конференции приняли декларацию по окружающей среде и развитию, которая установила ключевые принципы улучшения экологической ситуации в мире. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. «14 июня 1834 году была запатентована наждачная бумага. Первая такая бумага появилась задолго до этого в Древнем Китае. Изначально ее изготавливали из песка и семян, а также дробленых раковин. У некоторых народов также использовалась акулья кожа. За год до патента англичанин Джон О'Кей придумал прототип наждачки. Он использовал в качестве смеси измельченное стекло. Но классическая бумага была запатентована Айзеком Фишером-младшим в США». В состав абразивов входил карбид кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелкие камушки. 114 лет назад, в 1909 году, в Сочи открылось курортное заведение «Кавказская ривьера». Строительство началось за 3 года до этого. Под будущую здравницу отдали участок земли на берегу Черного моря, где возвели 2 4-этажные гостиницы, театр, ресторан и кафе. Через год к комплексу добавили еще 1 3-этажный корпус, а заодно водолечебницу с ваннами, купальнями и медицинским оборудованием. Позднее построили еще 1 гостиничный корпус. После революции 1917 года на базе Кавказской ривьеры открылся один из первых в Сочи санаториев. 14 июня отмечают Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача, Нобелевского лауреата. Именно он открыл группы крови у человека. Кроме того, сегодня Международный банный день. История появления этого праздника связана со славянской традицией. Изначально баня на Руси была местом омовения и очищения. При этом ходить туда принято было в субботу, чтобы к воскресной службе люди просыпались чистыми не только телом, но и душой. В этот день в 1736 году родился французский физик и военный инженер Шарль Агюстен де Кулон. Его именем названы единицы электрического заряда и закон их взаимодействия. Также сегодня свой день рождения отмечают советский и российский кинорежиссер, сценарист Александр Сокуров, а еще заслуженная артистка России Елена Сафонова. В окружной администрации прошла торжественная церемония вручения российских паспортов ребятам, которым исполнилось 14. Свои главные документы подростки получили из рук главы муниципалитета. О столь важном мероприятии мы расскажем вам в следующем сюжете. Хочу, чтобы вы гордились своей страной, никогда ее не предавали. Были и минуты триумфа, славы вместе с Россией, ну и, конечно, сложные времена и минуты испытаний. Получение паспорта – важный шаг во взрослую жизнь. Вместе с ним молодые люди обретают новые права и обязанности. Большая ответственность перед родителями, перед вашими родственниками, перед обществом и, конечно, перед государством. Вы всегда об этом думаете, что вы, как граждане нашей страны, представляете всю страну в любой ситуации, где мы находились. Для ребят теперь открываются новые горизонты. Ученица 14-й Одинцовской гимназии Варвара Телицына уже знает, как изменится ее жизнь в ближайшем будущем. С 14 лет в нашей школе, например, можно создать свой медиа-центр, вести репортажи, узнавать что-то новое, даже вести собственные кружки. Поэтому я думаю, что у меня еще много впереди. Глава округа Андрей Иванов поздравил подростков со знаменательным событием и пожелал им и дальше изучать богатую культуру и историю страны.
По традиции ребята получили на память подарочное издание «Истории государства российского» Николая Карамзина. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В Одинцове сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами молодежного центра провели праздничную акцию, посвященную Дню России. Каждому водителю напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Подробности у нашего корреспондента. Патриотическая наклейка и световозвращающий элемент для каждого водителя. Волонтеры Одинцовского молодежного центра совместно с сотрудниками окружной госавтоинспекции провели праздничную акцию и поздравили участников дорожного движения с Днем России. Эта акция посвящена Дню России. Так как на выходные чаще всего все разъезжаются, мы захотели сделать это в будний день, чтобы в праздничный день уже все машины были украшены нашими наклейками. Выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, поэтому световозвращающий элемент важен для всех, и особенно в темное время суток. Сегодня мы вместе с волонтерами Подмосковья в очередной раз напоминали о правилах дорожного движения, которые надо обязательно соблюдать. У нас впереди большие летние каникулы, поэтому напоминали о том, что надо обучать и подсказывать, помогать детям, как правильно себя вести на проезжей части, в автобусах. Соблюдение скоростного режима, правил проезда через пешеходные переходы, а также обязательное использование ремней безопасности. Именно это поможет сохранить жизнь и здоровье участникам дорожного движения. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье провели семинар, где обсудили влияние искусственного освещения на экологию, в том числе на зрение человека и баланс флоры и фауны. Специалисты озвучили мнение ученых Мельбурнского университета. Оказывается, уличное освещение теплым светом лучше сказывается на сне пернатых, в отличие от холодного. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В Подмосковье в этом году отремонтируют и построят больше 140 километров тротуаров вдоль дорог. Часть тротуаров обустроят пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан. Завершить все работы планируют осенью. В культурно-досуговых учреждениях стартовал новый проект «Культурные каникулы в Подмосковье». Среди его задач – развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков, увеличение интереса к познавательной деятельности, формирование коммуникативных навыков и изучение традиционной культуры народов России. В программе проекта более 150 мероприятий – мастер-классы, открытые арт-пространства, выставки, видеовикторины и многое другое. Подробности на официальном сайте. Министерство туризма Москвы и Подмосковья в начале летнего туристического сезона запускают новый проект «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Для него разработали тематические подборки, посвященные разным видам отдыха. Сейчас представлено три многодневных маршрута, посвященных деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Для школьников доступно 8 образовательных однодневных туров. Спортсмены-паралимпийцы навестили участников СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в одном из санаториев округа. Для бойцов провели мастер-классы, привезли им спортинвентарь и рассказали, как спорт может изменить жизнь. Репортаж Екатерины Крамер. Обмен опытом, ценные советы и, конечно же, слова поддержки. Спортсмены-паралимпийцы вместе с активистами Одинцовского отделения «Единой России» навестили участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в одном из санаториев округа. Знаете, люди, которые вдохнули в себя в жизнь после каких-то жизненных трагедий. Вот. И они считают, что жизнь продолжается, и мы хотим, чтобы тот заряд энергии, ту любовь к жизни, которую имеют наши ребята, девчата, которые приехали, вам рассказать маленькие секреты, поделиться своим жизненным опытом. Наиль уже не первый год занимается стрельбой из блочного лука. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, из-за несчастного случая он регулярно побеждает на различных чемпионатах и паралимпийских играх. Но спортсмен точно знает, за высокими достижениями стоит большая работа над собой и стремление идти к цели. Спасибо вам за вашу работу, за ваш вклад. Я хочу сказать следующее, что спорт, наверное, это одна из возможностей идти дальше.
Также на встрече бойцам продемонстрировали спортивное снаряжение, профессиональные луки и стрелы. Паралимпийцы провели небольшой мастер-класс. Я им все расскажу. Есть специальная программа Паралимпийского комитета России. И единая горячая линия, по которому каждый участник СВО, который получил увечья, инвалидность, может обратиться. Санаторий уже давно занимается медицинской реабилитацией после заболеваний, травм и повреждений. Все пациенты здесь получают полный курс лечения, в который входят лечебная физкультура и физиотерапевтические процедуры. Проводят их по современным методикам. Особенно это актуально стало в последнее время. Мы активно проводим реабилитационное лечение пациентам, пострадавшим в результате боевых действий. И наработанные ранее технологии сейчас, конечно, очень пригодились. В завершении встречи спортсмены пожелали скорейшего выздоровления бойцам и, самое главное, не падать духом в стремлении к достижению своей цели. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Переходим к новостям Москвы. Рекордные 39 тысяч человек зарегистрировались на выпускной в парке Горького. Пройдет он 24 июня. Для выпускников на сцене выступят более 60 артистов, за которых голосовали сами старшеклассники. Кроме того, организаторы запланировали цирковое шоу, состязание спортсменов и киберспортсменов. Желающие даже смогут попробовать себя в качестве артистов на сцене. Ну и, конечно, для выпускников оборудуют танцевальную площадку и фотозоны. Посетить праздник смогут только выпускники по индивидуальным браслетам с QR-кодом и также их сопровождающие. В парк они пройдут по красной ковровой дорожке. Праздничная программа будет проходить с 8 вечера до 6 утра. О других событиях столицы узнаем прямо сейчас. В столице стартовал прием заявок на конкурс «Московская реставрация». К участию приглашают специалистов и организации, которые восстанавливали объекты культурного наследия в 2022-2023 годах. Для участников предусмотрено несколько номинаций, а жители смогут проголосовать за лучший, по их мнению, объект реставрации в проекте «Активный гражданин». Более 30 предприятий Москвы организуют свыше 150 экскурсий и 80 мастер-классов в рамках проекта «Открой Моспром». Гости смогут увидеть процесс производства хлебобулочных изделий, посетить дегустацию напитков и мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет, а также научиться делать косметические кремы. Записаться на экскурсии можно на официальном сайте проекта, там же можно ознакомиться с подробными условиями их проведения. 1 июля Олимпийский комплекс «Лужники» присоединится ко Дню московского спорта. Посетить крупнейший спортивный объект столицы смогут более 200 тысяч горожан. Для гостей подготовят 20 тематических площадок. Посетители смогут проследить столетнюю историю развития спорта в Москве, узнать о легендарных триумфах и победах, а также именах прославивших город в разных видах спорта. С ключевыми событиями гостей познакомят также тематические фотозоны на территории «Лужников». Не переключайтесь, оставайтесь с нами, далее в программе вы увидите. Проверка знаний об экзаменах для выпускников и летнем досуге школьников расскажет наш корреспондент. 20 лет Центру народной культуры. В Одинцовском центре эстетического воспитания прошло праздничное мероприятие в честь круглой даты. Про добро в нашей еженедельной рубрике расскажем о работе Одинцовского пункта сбора гуманитарной помощи. Почти 7 тысяч выпускников 9 и 11 классов Одинцовского округа сейчас сдают экзамены. Как ребята проходят испытания, когда запланированы выпускные вечера и как организован летний отдых на базе школ и в оздоровительных лагерях в этом году, расскажет наш корреспондент. Репортаж из окружной администрации. В одинцовских школах продолжается экзаменационная пора. Выпускники 9 и 11 классов проходят государственные тестирования, по итогам которых выберут дальнейшее обучение. Мы все желаем нашим ребятам успешной сдачи этих тестов. Пусть покажут они свой самый лучший результат. И пусть знают, что мы за них переживаем и всегда будем поддерживать. Итоговая аттестация традиционно проводится в двух форматах – АГ и ЕГЭ. В этом году основной госэкзамен сдают почти 5 тысяч девятиклассников. Для них экзаменационная пора завершится 17 июня. Для выпускников 11 классов, их более 2 тысяч, испытания продлятся до 20 июня. Ну и при этом есть резервный день, резервные сроки до 1 июля. В резервные сроки сдают экзамен выпускники, которые либо отсутствовали
на основном экзамене по уважительной причине, либо сдали один из предметов на неудовлетворительную оценку, и им дается возможность сдать экзамен повторно. Проведение выпускных для 11-классников намечено в период с 23 по 25 июня. 27-го состоится ежегодный бал для медалистов округа, которых, по предварительным данным, ожидается более 300. Для учеников младших и средних классов организована летняя оздоровительная кампания на базе школ, в детских лагерях на территории муниципалитета и за его пределами. 23 832 ребенка. Подчеркну, что здесь мы имеем в виду все формы летней занятости. Это и трудовые лагеря, это и экскурсии, выезды и, собственно, проведение летней оздоровительной кампании в лагерях круглосуточного пребывания на территории округа и за пределами. В этом году зарегистрировано более 1000 электронных заявок на предоставление мест в летних лагерях. Их рассматривала специальная комиссия. Категории, которые получают детей, получают путевки за счет бюджетных средств, это дети из многодетных малообеспеченных семей, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, это дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, дети из семей участников СВО. И также принимаются, рассматриваются заявки для детей, которые проявили себя, одаренные, так называемые дети, которые проявили себя в учебе. Контроль организации отдыха и оздоровления детей осуществляют межведомственные комиссии. Они проверяют соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, наличие у сотрудников справок об отсутствии судимости, а также соответствие деятельности лагерей нормам СанПин. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Вещь, сделанная своими руками, всегда приносит радость. Мягкая или вырезанная из дерева игрушка может стать не только приятным подарком, но и украшением домашней обстановки. В Одинцовском центре эстетического воспитания прошло праздничное мероприятие в честь 20-летия Центра народной традиционной культуры «ЛАД». Сюжет нашего корреспондента. Сегодня у нас необычный день. Мы сегодня находимся в Центре эстетического воспитания, и у нас сегодня праздник, день рождения, 20 лет нашему культурному центру народных традиций, который носит такое красивое название «ЛАД». Когда-то этот центр создала Ирина Цибринская с целью передать свой опыт и знания подрастающему поколению и продолжить славные традиции народной культуры. И нас любезно вот принял Одинцовский центр эстетического воспитания, дал возможность встретиться с мастерами. И в то же время мы организовали конкурс, который называется «Мы родом, все мы родом из детства». То есть конкурс игрушек-чебурашек. То есть у нас сегодня добрая, хорошая встреча с мастерами. Пик популярности чебурашек продолжается. Мастера из разных материалов создают своими руками этого милого персонажа, которого так полюбили не только дети, но и взрослые. Конкурс чебурашек только подтвердил это. За своего зверька Юлия Глотова получила специальный приз. Я являюсь участником Центра народного творчества «ЛАД» на протяжении года всего лишь. Но на самом деле творчеством я занимаюсь очень давно, с 2014 года. Я сама из Звенигорода. Меня в центр позвала Ирина Петровна. Наверное, меня заметили на каких-то других ярмарках, поскольку я участвовала уже давно в Звенигороде. Вот. Ну и, конечно же, я согласилась принять участие в таком замечательном конкурсе «Добром». Все работы выполнены мастерами с большой любовью и трепетом. Выбрать лучшего было крайне тяжело, поэтому призовые места присудили каждому из 15 участников. Екатерина Крамер, Лилия Косицкая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Инспекторы по охотничьему надзору из Алтайского края обнаружили двухмесячного медвежонка, который не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы лапы. Его родителей поблизости не оказалось, раненому малышу грозила верная гибель. Росприроднадзор оперативно подключился к спасению малыша. Медвежонка передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным. О других событиях страны смотрите в нашей следующей рубрике. Ученый Томского и Алтайского госуниверситета изучил ранее неизвестный науке вид бабочки – Аполлон арктический. Это самый северный вид. Обитают они в единственном месте на планете – в высокогорьях Якутии. Гусеницы этой бабочки питаются только одним растением – хохлаткой городкова.
Археологи Краснодарского края обнаружили 20 тысяч артефактов во время раскопок в древнем миотском поселении. Существовало оно в VI-V веках до нашей эры. Это был небольшой производственный центр, о чем свидетельствуют находки обжигательного горна и хозяйственных ям. Обнаруженные сероглиняные сосуды указывают на наличие собственного керамического производства. В России строят самое большое в мире судно полярного флота для исследования Арктики и Антарктики. Проект разработан в Невском проектно-конструкторском бюро. Ему уже дали имя – Иван Фролов. Однако это будет не просто транспортник, здесь разместится полноценный научный комплекс. 20 современных лабораторий и даже вертолетная площадка. Строить новый флагман научно-исследовательского флота будут в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях. В Одинцовском округе работает пункт приема ГУМ-помощи для участников спецоперации. О самых необходимых вещах для наших бойцов и о том, как часто им отправляют все самое важное, расскажем в нашей традиционной рубрике «Про добро». Акция в поддержку участников спецоперации набирает обороты. В Одинцовском округе активно работает пункт сбора гуманитарной помощи. В рамках акции «Доброе дело» мы недавно вернулись из Донецка, отвезли ребятам вновь все необходимые вещи. Сейчас также приоритетным помощь остается для наших бойцов. И плюс Херсонская область, Белгород, мирные жители. Жители муниципалитета шьют, вяжут, приобретают необходимые вещи, пишут письма и снимают видеопослания с добрыми пожеланиями для наших бойцов. С февраля прошлого года уже собрали более 300 тонн гумпомощи. Потребности можно посмотреть у нас в телеграм-канале. Стандартно продукты, гигиена, товары для детей, ну и ребятам потребность, влажные салфетки, вода. Каждый раз к акции присоединяются все новые участники. Ежедневно с 9 утра и до 6 вечера все желающие могут передать необходимые вещи и продукты в пункт приема помощи, расположенный по адресу улица Маршала Жукова, дом 26. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Нью-Йорке 5 овец будут наводить порядок на общественной территории в 4 гектара, поедая сорняки. Их главная задача – борьба с полынью. Такой способ выгоден обеим сторонам. Мягкая трава полезна для жвачных животных и исключает применение химических веществ и газонокосилок, которые работают на бензине. Кроме того, овцы не стремятся куда-нибудь сбежать, не обгладывают кору, как это делают козы. Что еще произошло в мире, расскажем далее. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что обильные дожди могут стать причиной заболевания, вызванного почвенными бактериями. Они окрасили несколько видов бактерий флуоресцентной краской и капали на них водой. Оказалось, что внутри капли возникают крошечные пузырьки воздуха, которые поднимаются снизу вверх и лопаются. Так содержащиеся в них микроорганизмы поднимаются в воздух, подхватываются воздушными потоками и распространяются. Кошка из Великобритании спасла жизнь своей хозяйки, которая болеет диабетом. Женщина потеряла сознание в кровати. В это время ее муж в другой комнате смотрел телевизор. Кошка, чтобы привлечь внимание, подошла к нему и стала кусать руки и пальцы мужчины, затем побежала в спальню хозяйки и постоянно оборачивалась. Зоологи говорят, что такое поведение среди кошек не считается чем-то необычным, но данный случай называют потрясающим. Домашнюю любимицу номинировали на национальную награду «Героя среди кошек». 83-летнюю бегунью из Парижа сложно назвать бабушкой. За неделю она пробегает 50 километров. В прошлом году женщина уже побила мировой рекорд в своей возрастной категории на чемпионате Франции по легкой атлетике, пробежав 125 километров за 24 часа. А в апреле этого года стала самой пожилой женщиной, пробежавшей парижский марафон. В ее планах участвовать еще в двух – в Дублине и Валенсии. Но самая сокровенная мечта спортсменки – выступить на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. –
И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Ночью 14-16 со знаком плюс. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 44%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами были Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам отличного настроения, моря улыбок и позитива. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.